что, я массу набираю? Ох, аж чувствую прям, мышцы растут. Ну вот, она мне такая говорит, что Вася меня помнит, представляешь, я никогда зеленый не помнил. Прям, Романа... Ай, бок болит. Ай, нога. А что? Фальстарт. Ну вот, она мне говорит о том, что... Женя, осторожно, не споткни. Это фиаско, братан. Что-то сегодня не густо, а? Ни с кем не познакомился. Вот. А как вообще ее гасить? А сколько муки там? Так, сейчас проверим. Так, сейчас что-нибудь сварганим. Да ну же. Алло, доставка пиццы? А мне ты, пожалуйста. I'm sorry. I'm trying to find a way to the train station. Шо? Так ты это чё, не русский что ли? А, американец, да? А чё у нас забыл? А, ты же ничего не понимаешь. I'm sorry. А чё, на русском никак, да? Окей, Google, как переводится слово station? А, извините, а вы знаете английский? А, hello, my name is Sasha. Это английский, да? Блин, я в школе же учил его. Подожди, там London in the capital, London. Это, да? А может на испаньол, а? А может на франце? So you need to go straight on the way and... А дальше сам? Привет! А что, никто тебе не врал? Слушай, привет, у тебя что-нибудь выпить есть, а? А то смотреть на эти жизнерадостные лица на 1 сентября, ну вот просто вот тут, а? Привет. Роман, а зачем тебе учебники 1 сентября? А если учиться будем? Ты что, Люлю, что ли? Эй, малышня! Ну кто портфель мой понесет, а? Романов, пошли! Нет! Да пошли, это всего лишь 1 сентября! 1 сентября! Вот это линейка! Там. Спасибо! Я ж в универ. Ну все, Саш, давай, иди в школку. Все, удачи. Давай. О, слушай, кстати, Саша, ты куда? Сыночка, веди в школе, все хорошо. Хорошо, мам. Члорпитол. А что такое антиоксикап? А это такое. А это сколько принимать надо? Траки, что? Так, посмотрим, что вообще у меня за заболевание. Так, простуда, болит горло, температура. Все, у меня рак. Я умираю. Господи, спаси и сохрани. Второй, быстрее. Я ж не сохранил. Тихо, дай листик, я завещание запишу. Какое завещание? У тебя ничего нет. В смысле ничего, а компьютер? Дай листик. Все, Саша, я на работу. Да-да-да, всего хорошего себе дня. Алло, Игорь, собирайся на тусовку. Девчонки, привет. Ой, короче, есть такая классная фишка, сейчас поехать
Париж. Париж? Да, да, серьезно. Да, да там все курим, серьезно, время, давайте поедем. Париж? Да. И мы там поедем круассаны? Да. Выпьем вина? Конечно. Cet air qui m'obsède jour et nuit. А где Париж? Ну вот, Париж, ну! Поедем, Чуасана! Эй, ребят, ну подожди! Парам-парам-парам! Иля... Что-то не так, что-то не то. Держу в руках букет цветов и галстук бабочкой, черный пиджак. Что-то не так. Люди вокруг горько кричат, и чей-то папа очень рад. Что происходит, это что? Выбор за тобой. А где он? Кто? Тимати кто? Вот. Очень смешно. Просто сделай фото на память. А что, даже Крида нет? А что, он реально такого роста? А это Тимати сам счет? Ёб! А что, тут петь можно? Знаете, ничего не подходит. Мне же сам Тимати ходил. Сколько? Ну, он ходил в том году. А чё, пожрать ничего нет? Так, сколько яиц надо? La otra noche en una juerga, yo vi de valía una negra, esa negra me valía. А у нас что, мышь повесилась? А нет, она у нас на грани суицида. Так что взять? Там банка грибов. Тут нет ничего. Да там лежит, вот справа. Я тебе говорю, нет, иди сам ищи. А что, дойти не можешь или что? Да ну нет, где, ну где? А, все нашел. Ты бы сейчас в сопу мира ее засунул. А где мой пудинг? А где мой сок? А что, колбасу мы сожрали? А где мой торт? Так, где мой салат? Где мой айфон? У тебя нет айфона. Но стоило попытаться. А что я сюда пришел? Я нам взял кофе. Твой любимый капучино, как всегда. Ну что, погнали? А, ну иди сгоняй за капучино, я подожду, да? Малыш, у нас проблема. Ну что, малыш, у нас косяк? Я хочу поскорее решить эту проблему, чтобы не тратить время на разочарование. Я в душе, как решить это все наше говно? Конечно, ты мне одна единственная, мне больше никто не нужен. Да, конечно, ты мне одна единственная, ну что за вопрос? Романов, это что за Вообще, на самом деле. Саня, привет! О, привет, чувак! Как дела? Сегодня в баре трансляция высшей лиги, идешь? Нет, чувак, извини, я с ним провожу время с очаровательной девушкой. Так что не сегодня. Короче, он не понял, он мне сразу с локотуки получил. Ну вот дебил, потому что. Сань, привет! Привет! Как дела? Сегодня играет высшая лига, идешь в бар? Конечно, иду! Романа! Пятикатка будет на пиво?